Привет, друзья! С вами канал Prime Bike, я его ведущий Игорь Прайм, и сегодня я решил записать это видео, потому что развелось уж слишком много холиваров вокруг электровелосипедов. Итак, вопрос, зачем же нужен вообще этот электровелосипед? Это же не велосипед, это мопед. Вернемся в прошлое. Изначально велосипед был создан, придуман, задуман как транспортное средство. Соответственно, о каких-то там гонках, соревнованиях, превозмоганиях в те времена никто не думал. Его использовали просто как средство передвижения, комфортное средство передвижения по городу. Ну и не только. Затем велосипеды приобрели облик спортивный, они начали меняться, усовершенствоваться, облегчаться, появилась подвеска, появились там бескамерные покрышки и тому подобное. И велосипеды приобрели облик уже спортивного снаряда. Модели исключительно для профессионалов, для профессионального использования. Почти на 100% карбоновые и полимерные материалы. Велосипед, ну как я сказал, для профессионалов, то есть подразумевает не самое удобное положение для езды с точки зрения любителя, но очень выгодное с точки зрения профессионала. Поэтому у людей вот в голове отложилась вот эта мысль, что велосипед, это надо крутить педали, это надо превозмогать себя, получать победы, выигрывать в состязаниях и тому подобное. На самом деле это не так. Большинство людей используют велосипед просто как транспорт. И если вы поедете в какой-то районный центр, да, выйдете там со столицы, вы увидите, что все ездят на обычных каких-то там советских велосипедах. Так что эти люди спортсмены? Или им очень хочется крутить эти педали? Так вот, электровелосипед, он придуман, он создан для этих людей, которым нужен транспорт, удобный, комфортный, негабаритный, легкий транспорт, который можно хранить дома. И при этом, когда вы приезжаете к себе в офис, вы не мокрый, не вонючий, как свинья. То есть вы просто приехали себе в костюмчике, да, вы можете ехать в режиме assistance, так называемом, просто чтобы как бы поддерживать немножко физическую форму и при этом не потеть и особо не уставать, потому что вам еще целый день работать. Но также вы можете ехать просто на ручке газа, если ваш велосипед как бы имеет эту функцию. О спортивных велосипедах. Спортивный велосипед, он нацелен на то, чтобы развивать себя, тренироваться, достигать каких-то успехов, преодолевать себя в чем-то. И это его прямое назначение. А назначение вот таких вот городских велосипедов, ну вот вы что, на нем будете участвовать в соревнованиях? Сними с него аккумулятор, сними с него мотор. Ты на нем поедешь Tour de France? Нет, это велосипед просто ездить по городу. У него есть крылья, у него есть двойная подножка, чтобы можно было вывесить заднее колесо, не знаю зачем. У него есть фара. Ты же не ездишь на своем спортивном велосипеде там с динамо-втулкой, с крыльями, с защитой звезды, цепи, чтобы не пачкать свои штанишки. Нет, это совсем другая категория, это совсем для других людей. Есть люди, которым нужен просто велосипед. Есть людям, которым нужен электровелосипед. Есть люди, которым нужен спортивный снаряд. Не путайте.